Да, нет, я сам просился в одиночном содержании, сам. Почему, если не секрет? Добровольно говорю, не а-ля Грозный. Почему в одиночном? Ну, я, наверное, такой человек сложный. Ну, вот для многих создаю, наверное, какие-то определенные личные заботы, хлопоты. А когда один, ну, легче. Эдуард Октябринович, ведется видеозапись, ведется аудиозапись. Есть ли у вас возражения против того, что я журналист Надежда Грифёдович, я хочу взять у вас интервью, побеседовать о вашем отбытии наказания, о преступлениях, в которых вас обвинили, за которые вас осудили. И все это хочу сделать под видеозапись. Есть ли у вас возражения? В данный момент нет, не имеется. Видеозапись идет. Пожалуйста, представьтесь полностью. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, дата начала срока. За что вы осуждены? Тигрянов Эдуард Октябринович, 1965 года рождения. Дата рождения? 20 июня. Проживал в городе Набережные Челны. Вот. Арестован в 2003 году. Осужден 4 раза. Ну, все дело единое. Ну, так сложилось разными судами. Ну, вот начало срока меня уточняю, 9 июля 2003 года, пожизненное. За создание ОПГ, бандитизм, да, включительный, ну, ряд убийств, мне вменено 12 убийств. Ну, по делу я сам нигде не участвовал, но ну, такой закон, как создатель ОПГ, несет ответственность за все преступления, даже о которых он узнал через много лет после их совершения. Не говоря уж там, если до или во время. Так вот. Я вину по первому приговору не признал, по первому приговору, уточняю. А в остальных, значит, в трех приговорах я вину признал. Ну, в них же я указал о признании и по первому приговору.